Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1334. События дня. Псалом 72, 25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. И дальше прочитайте вот это. За 11 августа 2019 года. И наше объявление. И далее тут переписка, знакомая через содружество, занятия. Он уже придумали, как считать. О страдающих печенью. Псалом такой-то, что нашелся пропавший ключ. Псалом 23. Чтобы открыть дверь, когда пропал ключ. А кто писал, видно, терял ключи. По каким причинам? Чтобы благословил Господь. Сети наполнились рыбой. Чтобы Бог просветил кредиторов. Чтобы не мучили ближнего за долги и были милостивы. А почему не считать о том, чтобы в долг-то не лезть? Не делать старым рабом взаимодавца. За упокой псалтырь считает. А ни одного слова о покое нету. Вот так все. А вот далее Вячеслав рассказывает, как у него там гонение на него. Нужно задержать курсором и почитать. Вот так. События. Это прошедший день воскресенья. Я про себя скажу. Встаю сегодня в 1:00 ночи. И начинаю почту разбирать здесь, выставлять ролики. Закачиваю не я, ни одного не закачал еще. Только замки снимаю. Ну что? Утром рано покормить голубей, кошек, собачку. Это моя задача. В храм идти. Говорил проповедь о благодарности. Записано все это. Потом братья поехали проверять сеть. Одна сеть стояла на большую рыбу. Ну, на большую побольше. Поймали, что там. Сразу же разносить.
Барабашам батюшки уже не по два, барабашам 20. Какое-то благословенное такое воскресенье. А в час дня всегда занятия. 19 глава Евангелия от Иоанна. Из храма, когда выходили, я сказал немного слова о благовестии, что сейчас благовестие тут не ведется под соседним деревням. Но днем так было. Потом вторую сеть у батюшки достали. Она ему была оставлена в память от отца Виктора Николаевича, Николая Савченко. И вечером снова поставили, ближе к вечеру. Время благоприятное для ягод. Перед обедом, как вышел в садок небольшой ягоды, 100 малининок съел за обед. Все свободно так, чисто. Приближается пост в Успенске. Так вот и проходит день воскресный. Показать наши ресурсы. Это вот мой мир. В этом моем мире у нас не один лист открытый. Вот как. О, просчитать. Михаил Батугин что-то пишет. Не видал, сразу же считаю. Игнатий Тихонович, мир вам. Благодарю за стихи. Вчера формулировал несколько вопросов личного порядка к вам, но вам так и не написал. А сегодня ответы на свои вопросы получил в вашем стихотворении. Спаси, Христос. Вот это удивительно, когда пишут. Хотели только задавать, а вы не распечатали. Да, разве человек возможно? Это Господь делает. Это у святых было такое. А мы-то никакие. Я и знать не знаю. Смотрел ролики о подготовке к крещению в Потеряевке. Сразу вспомнилось, как это было у меня в Казанском соборе в Реутово. Всего человек было 13-15. На вопрос батюшки, кто знает символы веры, руки не поднял никто. На вопрос, кто знает отче наш, подняли двое, в том числе и я. После чего одна женщина сказала, что зато квитанция об уплате есть у всех. После этого мне облили голову, шею и плечи. Врачи мне Тимофею рекомендовали южный берег Крыма. Завтра выезжаем, помолитесь, пожалуйста. Южный берег Крыма. Вот так. Понятно. Ну и дальше у нас православный форум. Слава Богу. Статистика здесь. Посетители 130, ну так вот. Это еще же у нас получается видеоканал. Вот сегодня открыл, 4 ролика поставил. Дело. И все на этом. Во славу Божию.